День расставания и новых надежд. Впервые в городе состоялся областной праздник выпускников. В нем приняли участие порядка 50 воспитанников детских домов со всего региона. В центре внешкольной работы ребят встречали в лучших традициях – муромскими калачами. Если мы хотим кого-то встретить щедро от души, на крыльце того встречаем и вручаем калачи. Радушное приветствие, горячее, как свежеиспеченный калач, ожидало каждого гостя. Молодые люди, окончившие 9 классов, приехали в Муром из Покрова, Мстера, Александрова, 9 городов региона. Решили показать город Муром выпускникам нашим, как город с богатыми традициями, прежде всего историческими, культурными традициями, образовательными традициями. Мы посчитали, что для ребят это очень хороший подарок после окончания школы и в преддверии большого жизненного пути. Областной выпускной. На сцене в торжественной обстановке чествовали каждого из виновников торжества, перечисляя заслуги и школьные достижения. Планов на будущее у ребят тоже много. Я хочу поступить во Владимирский авиамеханический колледж по профессии инженер технологий машиностроения. Эта профессия востребованная, во-первых. Во-вторых, мы ходили на заводы в Муроме, и эта профессия, говорят, высокооплачиваемая и нужная. Не только ярким концертом запомнился ребятам Муром. По замыслу организаторов, весь день был украшен памятными моментами. Катание на теплоходе по реке Оке, посещение Укского парка и традиционные богатырские забавы в ДНТ. Никто не остался без подарков. В заключении церемонии символичный ключ от Муромского детского дома был передан лучшим выпускником своим младшим товарищам. Елена Петровникова, Младенов, новости, Муром.